что? Прекрати. Это все вообще за селфи. Знаешь, что раньше моряки брали с собой долго плавание на болотную воду в бочку? Потому что она мертвая и как бы не тесная. Да? Ничего себе. Вот, смотри, физик, типичная вон сосна болотная. Ну вот тут совсем низкие уже сосны. А, похоже, как вот подъем вверх в горы, то есть тоже оскудевает, постепенно растительность. Превращаются в карликовых. Они превращаются в карликовых. Например, пока березы. В горах только исчезает вообще в итоге. Не, в карликовые разве березы там не превращаются? Там же вот примерно так, да, как бы. Чем выше, на Тенериф как бы все исчезло просто тупо в какой-то момент. То есть стало так дискомфортно. А вон там вышка есть. Там как-то высокие сосны перешли сразу в кустарник. Нет, подожди, лишайники. Я видела сама на нашей планете. Лишайники? Да.
Смотри, вода почти вровень с досками. Нельзя же спускаться. Нельзя? Почему? Да, там был снег на одной из них.